Налогоплательщики, представившие дополнительную форму налоговой отчетности со сроком уплаты до 1 октября 2018 года и не оплатившие пеню до 1 июля 2019 года, также будут включены под налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса. Также плательщикам, налогоплательщикам, по которым в результате налоговой проверки были доначислены суммы налогов, в случае уплаты суммы основного долга, также будут подлежать налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса.